Ну что, коллеги Армель, всем привет! Буквально несколько минут тому назад в Оренбурге мы встретили новый 2017 год. Кто-то из вас уже встретил Новый год, кто-то так же, как и я, буквально сейчас под курантов загадывал желание, кто-то еще через полчаса, час-два будет встречать Новый год. Но как бы там ни было, я вас поздравляю с наступившим 2017 годом. Каким был уходящий 2016 год? Уверена, что он был наполнен разными событиями. Наверняка было что-то и не совсем приятное, хорошее, и очень хорошее, потому что жизнь, она имеет две полосы, да, черную, белую. Но, однако, те последние 2-3 месяца, которые были наполнены в моей жизни, это были потрясающие месяца. Это были месяца внутреннего развития, это были месяца новых знакомств, новых побед, новых успехов. И мы с вами, друзья, закрыли этот год с потрясающим успехом, с чем я вас уже поздравляла и поздравляю еще раз. Я желаю, чтобы эта волна, которая нахлынула меня, которая нахлынула вас, которая нахлынула ваши семьи, она долго-долго нас еще накрывала, и мы плыли на этой волне успеха. Я желаю мира, добра вашему дому, счастья вашим семьям, здоровья вам, вашим близким, родным и любимым, и быть поистине счастливыми людьми. А что такое счастье? Счастье – это когда тебя понимают, да, как говорил один известный герой фильма. Счастье – это любить и быть любимым, поэтому у кого есть вторые половинки, я желаю, чтобы ваши отношения были еще крепче. У кого их нету, я желаю, чтобы в 2017 году вы обрели, а это вполне возможно, потому что аура Армель – это аура семьи, любви, верности, да. Счастье – это уверенно стоять на ногах, и поэтому я вам желаю в 2017 году финансового благополучия. Это тоже, друзья, очень важно. Не в деньгах счастье, да, как говорят, а в их количестве. И счастье, просто быть здоровым человеком – это уже тоже счастье. И здоровье, друзья, это самое ценное. Здоровье не купишь ни за какие деньги. Поэтому я вам искренне желаю быть 100% счастливым человеком. Ну а если я чего-то не назвала, дополните мой список и будьте поистине счастливыми людьми. Когда били куранты, я на каждого члена своей команды загадала желание и уверена, что оно будет сбываться весь предстоящий год. Ну что, еще раз, с Новым годом, с новым счастьем. А вот этот вот петушок, он такой яркий, разноцветный. И год обещает быть таким же ярким и разноцветным на приятные события. С вами была Олеся Селезнева. Всем до связи, всем пока. Всех люблю, всех целую. Пока-пока, с Новым годом!